Родители пьянюги. Я старший ребенок в семье. Когда я была маленькой, меня били мухобойкой по спине до кровоподтеков. Мой папа сжег дом. В 5 классе во время спортивных состязаний мои друзья подставили меня во время эстафеты, после которой я травмировал ногу. В том числе проехался лицом по асфальту. Вся школа ближайшие полгода надо мной смеялась, и с тех пор я лишился друзей и школьного статуса. Моя детская травма – боязнь ножей из-за того, что мой пьяный дядя пришел к нам домой и просто начал кидаться ножами. Когда мне исполнилось 10 лет, я пригласила на свой день рождения половину своих одноклассников. Мама накрыла на стол, а я украсила дом шариками и приготовила игры и конкурсы. Никто не пришел. Сейчас мне 29 лет. Я 19 лет не отмечала день рождения. Маленькая вышла погулять во двор. Была зима. У меня была классная черная шубка. В какой-то момент захотела в туалет и не придумала ничего лучше, как перелезть через забор, чтобы сократить путь. И повисла, зацепившись капюшоном. Целый час я болталась на заборе, пока меня не начали искать. Сама дурочка боялась позвать на помощь. Не делайте так. Батя – алкоголик и мать – трудоголик. В детстве мы с подругой далеко ушли от дома гулять. К нам подошел пьяный мужик. Мы смотрели на него, а он на нас. Потом он сказал: «Ладно, вы еще маленькие». После этого мы побежали домой. В детстве меня 3 раза кусали бродячие собаки. Сейчас я чуть ли не панически боюсь любую собаку выше метра, которая подходит ко мне. А еще неприятно было потом делать 6 уколов от бешенства.